Приветствую всех, с вами Сенсей, рубрика «Во имя справедливости». Вот здесь я делал ролик про Алиэкспресс, и мне там писали, что ты там ничего не понимаешь. Мне понимать это не нужно. Мне вот эти все переходы не нужны. Я россиянин, мне нужно все просто, чтобы было, работало. А если они не умеют просто работать, хотя бы как на Озоне, на Яндексе все вообще понятно. Про Яндекс я сказать пока ничего не могу. Конечно, если сейчас копнуть, что-то есть. Яндекс, сама организация, это просто, я не знаю, реклама из ушей. Но про Яндекс, Озон, да, есть подводные камни, но там все понятно. Там никаких переходов, ничего нет. Я в прошлый раз замучился. Для тех, кто что-то там не понимает, вот здесь я залил ролик. Провал маркетинга продолжается. Кстати, сегодня залил и новый ролик тоже о них. Вот, здесь я все объясняю, доступно. Но хочу в двух словах еще раз сказать. Будете допускаться до личностей, буду блокировать, все. И ваше мнение никто не увидит. Выскажите свое мнение, ради бога. Можно и поспорить. Алиэкспресс, вторая часть. Это мерзость, меня уже доконало. Вот такой товар я заказал, смотрите, вот здесь заказал товар. Все фиксируйте. Вот что вы делаете, все фиксируйте. Я вот не знал, надо было все фиксировать. Да? Вот эта вот убогость, вот эта Ева, это вообще ни к чему пришей рукав. Это вообще не работает. Вот это вот. Это просто глупый вопрос. Это можно было просто сделать вот такой список вопросов и в них копаться. Это то же самое. Ничего, она никак не помогает. Вот эта мерзость. Я заказал товар в пятницу утром, ждал пятницу, субботу, воскресенье, понедельник и решил во вторник или в понедельник вечером отказаться от него, потому что они даже не взяли в разработку этот товар. Здесь написано, да, вот этот магазин, никогда на нем ничего не берите. Пусть они знают, что такое работать с россиянами. Если вы обосрались один раз, все. Пусть садятся на жопу со своим товаром. Вот эти копейки, они даже не смогли мне вернуть. А вы представьте, у вас будет здесь 2000, 22 тысячи, 200 тысяч. Я их ждал 4 дня, они даже не собирались ничего посылать. У других я заказываю, у меня заказов много каких заказов, вот, заказы. Ну, все сразу все заказы, оп, сразу шевелятся, понимаете? Сразу раз, и в тот же день все, уже заказ собран там, на сборке. Вот. Я 4 дня, 3 или 4 дня ждал от них. Ну, думаю, отменить надо заказ. Как делается на Озоне, да? Отменяешь заказ, отменить заказ. Мне пишут, ждите решения продавца. Это что за решение? Я вот хочу обратить внимание надзорных органов. И я буду это каждый раз повторять, пока не дойдет до этих надзорных органов. Потому что на Алиэкспресс никакую жалобу написать невозможно. Я все облазил, у меня даже такого нет. Сайт изменили, а жалоб нет. Можно выйти там на жалобу и так далее. Там нет таких вопросов. Там можно пожаловаться, что там товар не соответствует акцизу и так далее, и так далее. Но вот такую жалобу написать нельзя, что я отказался от товара. Они увидели, что я отказался, и на следующий день я ждал деньги, а они мне взяли и этот товар выслали, понимаете? Я их высрал уже из своей памяти. Они мне уже без надобности такой магазин, который ничего не может сделать вовремя. Так они мне послали этот товар. И я никуда не могу пожаловаться и написать. Никуда я все облазил. Никаких вопросов. Вот эта мерзость вообще никак не помогает. Вопросов таких нет. Я не могу задать такой вопрос. Вот придет товар, откройте спор там. Или через 10 дней откройте спор. Я и писал им на сайт, и сообщал, в сообщении писал им. Они ничего не хотят ни смотреть, ни видеть. Это такой магазин, мерзость. Это магазин мерзость. Вот он, этот магазин. Они
дресню пишут. То есть они не отвечают, они просто, какая-то отписка идет, понимаете, автоматически. Я пытался перевести, это ничего не дает вообще, абсолютно. Знаете что, my friend, я вот хочу сказать, я вам пообещал, что я на канал выложу. У меня несколько каналов. Пусть ждут беды. Я им так что я хочу сказать, что поддержите меня и не заказывайте у них ни хрена. Или попадете в такую же клоаку. Они не могут вернуть 227 рублей. Дело даже не в деньгах, а в мерзотности отношений к россиянину. Я отменил заказ. Ну, долго ли им взять и отменить? Нет, они послали. Они послали с задержкой. И когда он придет, неизвестно. Я еще вот набедокурю им все равно что-нибудь да придумаю. Но если вот Путин будет выступать, я думаю написать Алиэкспресс, чтобы навели порядок. Это бардак здесь. Сайты все изменились. То на старые, то на новые перекидывает. Ничего. Вот сейчас, видите, не перекинула. Пустая корзина. А то кидает на другое, на другое. Я не знаю, это что здесь происходит с Алиэкспрессом. Вы видите? Я же вообще в другом месте сейчас нахожусь. Хочу сказать, что обращайте внимание вот на этот магазин. Отношения у них мерзопакостные к россиянам. Не хотят работать, пусть не работают. Я должен ждать, когда он решение примет. Это что за мерзость такая? Это что за отношение к покупателям? Кто это? Где это надзорные органы? Кто этим должен заниматься? Почему я хочу вернуть деньги, если товар, он даже на сборку не пошел? Там пропадает, как на сборку, как они приняли товар, там сразу пропадает строчка «отменить товар». Да, ты уже не отменишь. Но я отменил вовремя, после этого ждал двое суток. Сутки как минимум. Вот о чем я хотел рассказать, обращайте внимание. Я Путину уже писал, об этом говорил до этого. Здесь можете все посмотреть во имя справедливости. Да, у меня нету такого позитива, как на других каналах. Но у меня есть вот космос. Можете принять как позитив. Потому что их надо сажать на жопу. Таких владельцев магазинов. Всего доброго, берегите себя. Не связывайтесь вот с такой хренью. До новых встреч.